О, кстати, учили, скоро день рождения. Ты подарок купила? Меня никто не приглашал. А я пока еще никого не приглашала. Ого. Офигеть, это что, Аня все заказала? Слушай, вполне возможно, на нее похоже. О, девчонки! Девочки, привет! Ань, ну ты, конечно, барахольщица. Я надеюсь, что хотя бы одна из этих коробок мне. Какие коробки? Ань, не прикидывайся, на крыльце коробок 10 стоит. Если бы на моем крыльце стояло 10 коробок, я бы об этом знала. Ну, сходи, проверь, если не веришь. Это что? Ты так много заказываешь, что сама не помнишь? Ты не заказывала я ничего! Халява! Это нам подписчики подарки прислали! Откуда ты знаешь? Может быть, это хейтер? Да какая разница? Давайте откроем и узнаем! Нет! Здесь написано «не открывать»! Сразу видно, она никогда не получала анонимных посылок. Не терпится поскорее все открыть! Я тоже хочу открывать посылки! То есть, вас никого не смущают надписи «не открывать» и «опасно для жизни»? Да там наверняка внутри просто шибко что-то ценное. Ценное? Это же еще та халява. Ань, перед тем, как мы начнем их открывать, я хочу тебе напомнить, что в них может быть все, что угодно. Ну ладно, всего лишь один раз там был какой-то ядовитый паук. Паук? Ну что, погнали? Всем привет, я Аня. Я Ксюха. Я Каролина. И ты на Дабл Бабл. И перед тем, как мы начнем, и пока с нами ничего не случилось, самое время подписаться на канал. Каролин, бери коробку, которая сверху. Ох, Каролина, поздравляю тебя с почином. Что здесь? Ой, смотри, тут коробковая матрешка. Коробка. Зачем так резко-то? Это так надо, это традиция. Девочки, обычно в маленьких коробках все самое ужасное. Ну, давай открывать туда. Давай. Подальше. Раз, два, три. Что там, что там, что там? Ничего не прыгнуло. Уже хорошо. Что это такое? Я поняла, это щипцы для завивки ресниц. А что, они необычные. Это что нужно? Это нужно нагреть. Чего? Под температурой. Очень высокая температура вот на этих щипцах будет, и мы будем, значит, вот сливать эти ресницы к небу. Я даже обычно не пользуюсь. А я пользуюсь. А я пользуюсь тоже, да. Но только без нагрева. Я боюсь лишиться ресниц. Это выглядит очень страшно. Electric Eyelash Curler, то есть электрический завиватель ресниц. Я не хочу это пробовать. Почему? Подожди, ну а вдруг это хорошая машина? Розовый! Аня, для тебя! Как идеально! Супер, да, так, ну а где тут нагревается-то вот эта вот пластинка, что ли, белая? Слушай, а как вообще пользоваться? Оно не рванет? Я не знаю. Так, вот смотри, это разъем, видимо, для зарядки. Подключить к розетке. Зачем? Для нагрева, температура, может, это как утюжок. Утюжок для ресниц. А что, проводка-то пожалели, как бы, ну посмотрите, ну это вот, это куда я должна? Это тут удлинитель понадобится. У розетки сидишь такая, ждешь. Жесть. Ну, выглядит, конечно, ну... Не очень надежно. Да. Ну, давайте попробуем его нагреть. Но красиво. Слушайте, ну да, это, конечно, да. То есть я должна завивать ресницы в обнимку с пауэрбанком. Скажи спасибо, что не у розетки сидишь. Ну да. Знаете, я вот пытаюсь, ну, прочитать инструкцию, и самое классное, что сколько сторон у этой упаковки, ну дофига же. Стикер нужно наклеить вот на эту, как называется, на инструкцию. То есть типа, ну написано, что типа жмакните кнопку. Ну я уже жмакнула, и у меня уже красным все горит. Не, а просто как понять, когда будет огонь? Как понять, что, ну, оно готово к употреблению, то есть, ну, пальцем тыкнуть. Я боюсь. Ну, плюнул. Когда точно взорвется. Короче, я как поняла, оно нагревается 65-85 градусов. Это офигеть. Я волосы при такой температуре не выпрямляю. Ну, подожди, вот мои волоси. Сейчас мы проверим. А, кстати, может, да, на волосах и проверить. Сейчас кончики как подожгутся. Ну, подожди. Поехали. Ты давай-ка без этого. Я как бы отращивала эти волосы на минуточку. Кончики нужно стричь. Они уже чем-то воняют. А мне, держи. Это не эта штука искрит, а то сейчас еще расплавится все. Так, ну, смертельный номер. Алиоп. И теперь может, надо было немного отрезать волос? В смысле? Ну, давай тебе отрежем. Нет, спасибо, мне отрезали. Подождите. Вроде ничего не дымится. Не дымится, но... И не загибается, я бы так сказала. Видимо, сейчас ножницы не понадобятся. Кудрей тут я что-то не вижу пока. На волосах эксперимент не удался, ничего у меня не завивается. Надо пробовать на ресницах.
получится. Да, ты прям уверена? Ну а что, мне интересно, вдруг у меня сейчас будут самые красивые ресницы в мире, и вы обзавидуетесь. Ксюша, почитай сначала. Я читаю инструкцию, и написано, что зеленый это вроде высокая температура, а короче, тут несколько режимов, то есть если пожмакать, то можно переключать режимы. Зеленый это высокая температура, ты хочешь начать сразу с высокой температуры? Ну, видимо, чтобы наверняка, да. Ладно, давайте, мы проведем этот эксперимент, я быстренько завью себе ресницы. Ксюша, а сколько отращиваются ресницы? А полгода полностью обновляются. Ай, мне вообще-то печет, вы тут разговариваете, а мне как бы глазу что-то горячее подносится. Я боюсь рукой пошевелить. Я тоже боюсь, поверь мне. Ой, вообще горячо, я вам так скажу. Ладно, раз, два, три, я сжимаю. Там что-то шипит. Там шипело, и вся туша меня осталась вот тут. Это очень страшный сон. Ну подождите, очень... но они завелись. Вы чего? Видите, они кверху завились. А ну покажи второй глаз. Ну тут не сильно. Тут не сильно, а вот тут завелись прям. Реально, а что, да? Круто. Нет, о, они уже красным горят. Подождите. А что значит красный? Прочитай. А тут не написано что-то про красный. Ну, давайте и попробуем, значит. Ну, поднеси вот поближе. Это ты смелая. Так, ресницы. Раз, два, три. Три. Что? Я дотронулась, дотронулась. Да чего? Что случилось? А что делать? Что случилось? Ну, внутри. Ты до глаз дотронулась? Да, до глаз дотронулась. А что с таким случаем делаю? Я не знаю. А скорую вызывать? Я не знаю. Ожог рука. Ладно, окей, что делать, если ты... Что означает красный цвет? Читай. Линза там еще внутри. Линза? Тут написано снять линзы перед использованием. В смысле? Я если сниму линзы... А если она расплавится? Я не вижу без линз ничего. Аня! Ань, ты в порядке? Ты покажи их. Ой-ой-ой-ой-ой, там реально что-то как-то... Он не опух вообще, Ань. Ань. А ты им видишь хотя бы? Вижу. А точно? А линза как? А, линза на месте. Покажись. Он начал краснеть, видите? Я не буду эту штуку трогать, я тоже не буду эту штуку трогать. Девчонки, глазу капец. Жесть, но он видит? Он видит, но он начинает увеличиваться в размере. Он прям краснеет и краснеет. Ладно, давайте следующую смотреть, пока у меня не раздулся глаз на камеру. Опа, раз, пять, шесть. Что это такое? Только будь осторожна, пожалуйста. Если там какие-то реально новые технологии снова, то... Да-да-да. Тоже что небольшая коробочка. Так, я буду рисковой, открою на себя. Вообще без проблем. Волосит? Кто-то волосатый. Это что за мешочек с волосами? Она дернулась. Это какой-то мешочек с волосами. У нее хомяк? Доставай, там какая-то щеточка. Или куда эту щеточку? Я боюсь вообще. Может, для кистей наполнение постоянное? Нет, да, такой длины. Конный хвост. Не слышали о таком? Слышали. Так, что мы имеем? Это прядь черная. Мать моя женщина! Это накладная челка! Ксюш, ну это твоя любимая. Ты обожаешь челку. Ага. На заколочках? Да. Ты что, прям сюда пристегиваешь? Да, я пытаюсь понять, как она работает. Ну, типа, ну, у меня есть моя челка, она, правда, ну, отросшая уже, ну, вот она. Но она есть. Подожди, черные челки у тебя еще черные не бывало. Черные челки у меня еще не бывало. Сейчас. А прикинь, сделать реальную прическу, которая ты блонд, а у тебя челка черная. А, блин, раньше так было такое модно. Такое же делают, но наоборот, когда ты темная, а у тебя белая челка. Так, ну, вообще-то так есть. Сломать систему. Сейчас, я пытаюсь понять, как она работает. Опа. Ты похожа на девочку аниме. Или Wednesday, практически. Обалдеть. Прикольно. Мне кажется, что... Почему-то мне кажется, я пытаюсь... 90-е или 2000-е. Это Эмма, друзья. У тебя в глазики лезет. У меня в глазики. Это челка, она всегда должна лезть в глаз. Да, это понятно. Сейчас, я хочу сделать так, чтобы это было, ну, красиво хотя бы. Ну, чуть-чуть хотя бы. Красиво. То есть ты забираешь этот продукт себе. Да, конечно. Это самое... его всегда. Нет, а представь, после этого она снова захочет челку. Ни за что в жизни. Я не захочу челку. У тебя глазок не видно.
Слушай, ты... О, подожди, у тебя хала, или как это называется? Когда вот такой начес. Ну, начес, да. Это точно 80-е. Вот и челка. Добрый день. Нет, хочешь челку, оставляешь так. Не хочешь челку, зачесываешь вот так. Отлично. Кстати, слушай, раз она в глаза лезет, может, ты ее наденешь, чтобы это прикрыть свое увечье? Ну, отлично. Смотри. Подожди, мне вообще не подходит черный. А, ну в смысле? О, Аня с челкой! Ну, не, мне кажется, что-то то я видел. Чуть-чуть повыше. Когда последний раз у тебя была челка? Ну, когда-то в детстве, я же показывала эти фотографии. Только в детстве? И вообще вот такой был горшочек. Сейчас мы тебе сделаем красиво. Ну, давай. Настегивай. Уже профи по челкам. Я уже, опа. Она очень неприятная и лезет в волосы. Итак, сейчас будет. Лезет в волосы или в глаз? Ну, это глаз прикрыть. Подождите, я же пират. И брови. Брови не надо рисовать. Брови. Стрелки. Усы. Северус Снейп. Знаешь, тут такая длина челки, что можно и сделать усы. Опа. О, и вторую часть. Это челка усы. Опа. Ну давай, Каролин, передаю тебе эстафету. Так, ее просто надо зацепить, да? Смотри, ее зацепляешь вот так вот и надавливаешь, чтобы она схлопнулась. А, легко сказать, подождите. Это сбоку очень смешно выглядит. Во. Слушай. Что, так страшно? Нет, да, ну как анимешка прям. Серьезно? Мне кажется, из нас всех... У меня тут два рожка. Да, Каролина, без волосы. Ну-ка, сделай и уи. Не буду так делать. Уи-у. Ну, сделай так. Как они делают? Ну, давай, типа, вот так вот. Дайте мне зеркало. Зеркало? Я не знаю, кто-то спер зеркало. Это не я. Слушайте, мне нравится. Мне реально классно выглядит. Кстати, тебе идет, вот когда такой темный, прям это шоколадный цвет, наверное. Я не буду краситься в черный. Это не черный, это шоколадный. Он не чистый. Какой шоколадный? Черный — это Кира была. Кира, да. Ты знаешь, кто такая Кира? Нет. Вот наши подписчики знают, я уверена. Кстати, подписчики должны сейчас проголосовать, кому из нас троих больше всего подошла эта челочка. Мне кажется, Каролине. Вот я не знаю, мне прям вообще... Ну, ей как влитая села. Да. Я бы так сказала. Я реально как анимешный герой. Да. Да, она на брундучка похожа. Вообще, смотрите, я... Не, ну, кстати, вещь сама по себе прикольная. Ее можно использовать для всяких образов. А если... Подождите, а челку же еще вот так делаю? Ну, с ней я не думаю, что получится вот так. Слушай, ты, если у тебя лысина, то вот так вот. Нет. Это надо кого-то на глаз закрыть, вот так надо. Похоже на продавщицу. Свободная кассета. Я понял, лучше сделать вот так. Ну, так по моде, я бы так сказала. Сейчас такие модные. А, нет, модно, модно это вот так шторкой. Нет. Теперь ты похожа на это. У вас тут лысина видна, подождите. Проплешь. Ладно, она создана для такой челки и больше ни для какой, поэтому оставим так. Девочки, а все-таки, если написано на коробках, не открывать. Но мы открыли уже две коробки, и ничего такого страшного не произошло. То есть ты мой опухший глаз, отекший уже красный. Ну это случайность. Ничего себе случайность. А, Каролин, слушай, по как бы опыту могу сказать, что все самое интересное как бы нас ждет в конце, поэтому я бы на твоем месте не расслаблялась. Да, и, ты там это не особо. Например, я хочу вот эту коробочку замечательнейшую открыть. Там снова что-то малюсенькое. Ой, выход коробки. Я себе очень сильно ударила по локтю, друзья. А я открываю эту коробку и там, и там. И там паук! Нет. Что это такое? Ой, что-то там цветное. И на что это похоже? На мишариков. Как это? Ну, ладно, давайте. Такие же круглые и разноцветные. О, а, кстати, давайте по цветам. У меня вот, у меня зеленый. Чур, я беру. У меня розовый. У меня розовый. Прикол. Так, еще это такое. Это... мини-наушники для кукол. Кольцо. Да, сережка. Что-нибудь написано здесь? Только штрих-код. Что-то 5 штук чего-то там. Я пытаюсь просто соединить. Я поняла. Это вот. Это на нос. Вот так, что ли? Набор зажимов для носа. Да, на нос. Точно, я же говорю. А как? Ну, буль-буль, если ты плаваешь. Буль-буль. Тонешь. Чтобы у тебя в носик не попадала вода. Ну-ка. Сейчас, подожди. Это как? А как, чтобы ноздри? А, может, вот этими резинками? Сейчас, подождите. А, они тяжелые? Ну, типа, я боюсь порвать просто. А я вот тоже боюсь сломать. Да, они нам нос заткнут. Ну, как бы, здравствуйте. Сегодня вы в программе. Это прикольно. Дабл-бабл, распаковка, посылка. Они прям очень
сильно жмут. Я просто еще прокол, поэтому... Это неприятно, как люди ходят с таким зажатым носом. Они не ходят, они плавают. Добрый день, дорогие друзья, с вами... Ксения. С вами Ксения. Это, кстати, больно. Вообще больно. Они прям давят очень сильно. У меня уши закладывают. Да, еще когда глотаешь. Я глотаю, что не можешь полностью проглотить слюну. Жесть. Ужасно. Я глохла. Ай-яй-яй. Ужасно. Ух ты. У тебя нос покраснел. У тебя тоже. У меня еще какая. Опять же, у меня еще прокол, просто у меня кольцо, и я не могу полностью закрыть нос. С дышащим носом намного приятнее. Девочки, ну воды-то у нас нет, мы же не пойдем. Он потек. Плавать и проверять, как они работают. Что-то мне аж поплохело. Подождите, я придумала. Вот так и оставайся. Как проверить эту штуку? Ксюша, походу, уже нашла новый аксессуар. Это намек для того, чтобы я замолчала, да? Ты заметь, сама это сделала. Это... Ой! Вот пух! Это я еще ее не открыла! Не открывай! Надо! Ну вот, теперь вам понадобятся эти штуки, чтобы... Теперь у нас нет выбора. Запах. Нет, стой! Нет! Три! Нет! Я готова! Один! Открываю! У меня аж глаза начинают слезиться от этой боли! Подожди, я еще не открыла. Не открывай, я тебя прошу! Нет! Рыбка хорошенькая. Убери. А тебе? Ну как? Есть контакт? Ты вообще не дышишь даже ртом. Открой рот. А я дышу ртом, и я не чувствую. Правда не чувствую. А вы чувствуете? Я нет, даже через рот. Там что-то забивается. Я пытаюсь, что... У нее глаза слезятся. Пора убирать эту рыбу. У меня потом руки вонять будут. Ой, не подходи ко мне. Вообще нормально? Это моя рыба. Кыш, как ты вообще ее нюхаешь? Я ее не нюхаю, я ее ем. Итак, следующая коробочка. Что у нас там внутри? Давай, я надеюсь, мы ушли живого. Ой, кстати, она такая. Тяжелая? Но по сравнению с теми, что были, да. Там бах, и морская свинка. Нет, морская свинка это хорошо, а если там... Слушайте, я бы хотела найти кого-то живого. Кусачи. Что-нибудь такое. Подожди. Это плойка. Но она необычная. А почему тут для блинчиков? Да, она похожа. А в середине... А может быть идеально, может яичница? А может яичницу можно? Да, ну не знаю, нарисованные волосы. Сейчас в лицо мне. Сейчас, подожди, у меня тут все подготовлено, у меня специальная штука для этого. Давай. Слушай, ты молчишь! Вы посмотрите, набор, даже есть перчаточка. Обалдеть, чтобы не обжечься. А почему? Одну руку не жалко, а другую нормально? Девочки, тут это... Разные формочки. Насадки, да, разные, абсолютно. Тут есть звездочка. Тихо, я испугалась. Чего ты испугалась? Так, она открылась. Ну, она, значит, можно ее использовать как выпрямитель для волос. Ну, это ладно. Но зачем тогда фигурки? Давайте делать яичницу. Для яичницы она слишком маленькая. Тут есть звездочка, молния и сердечко. И еще гофре. Да, вот эти вот но полочки. Но это уже по классике. Пойду. Это да, это ужасные какие-то полочки. Я хочу попробовать молнию. Я сердечко. Ксюш, ты звезда. Я пытаюсь... Как пристегнуть? Я вот пытаюсь понять, потому что, я так понимаю, вот эти штуки нужно вытащить, чтобы поставить эти штуки. Как их вытащить? Ты только не сломай, а то реально для яичницы пойдет. Опа! Он еще и разборный. Опа. Так, кто первый, ты? Ну давай. Давай, хобана. Это что за реально новые технологии? Я боюсь, мы не сожжем волосы? Сожжем, мы уже сожгли ресницы. Мы сожгли глаз. На минуточку, здесь максимальная температура 450 градусов. Это безумно много. Много. Максимум на разных плойках, ну, типа градусов 200. 180. 250 это минимум. Чтобы сделать. Он не оставит фигурку, он оставит дырку. Да, он это выжжет. Так, а как понять, что оно? Он, ты умная, перчатку не снимает. Конечно, ну она же. Ты особо не трогай, когда там будет 450. Но оно не будет 450. Зачем вообще? Да, это не спасет. Это надо волосы, ну, оставить хотя бы чуть-чуть волос. Надо же, чтобы они жили. Так, ну что, молния будет или нет? Ты давай как-нибудь молния искра от нее? Или молния на волосе? Ты думаешь, она нагрелась? Рядочку вот так вот. Нет, ты там давай пониже. Если что, хотя бы они не так долго расти будут. Подожди, мне кажется, надо чуть-чуть еще подождать.
Она не нагрелась. Давайте уже пробовать. А давайте сразу на 450 поставим, она быстрее нагреется. А, ну охренеть. С твоих волос начнем. А мои волосы, а что? Она уже пахнет. А, да, ну пахнет. Чем? Ну, жженными волосами? Не надо перед носом, у меня уже пострадало лицо. Че, я пробую или ты? Нет, подожди, молния моя. Давай. Так, все готовы, дети? Я нет. Раз, два, три. Прижимаю. Слушай, парикмахер, я стараюсь. Так, не прижимай там сильно. А сколько нужно держать? Что-то какая-то лажа. Но оно типа есть. Оно пахнет. Оно есть? Ну, оно типа есть, но это нужно ровно прям делать, потому что волосы же все равно, мы их перебираем и так далее. Сейчас. Подольше продержаться, потому что она не нагрелась. Ну, вот фиг его знает. А может, это как-то вертикально делается? Очень да, близко да, к лицу ты это делаешь. Я просто не знаю. Давай вертикально попробуем. Так, ну я прижала. Что там говорила? Волосы не глаз? Волосы а не глаз, там что-то такое. Есть! Есть молния! Серьезно? Смотри! Вот она! Она, конечно, блин, ее нужно прям фиксировать. Я не знаю, но она есть, она вот она. Вот она, ну блин, она уже чуть-чуть распушилась, но вот она есть. Прикольно! Так, а я хочу, я тоже теперь хочу. Надо делать звезду? Да, давай. Давай звезду, давай вырубай пока. Сейчас поменяем все. Горячая какая! Да? Да. Но она есть. 250 градусов, это вам не шутки. Да. Достаньте 450. Ага, сейчас давай тебе 450. У меня нет волосей. Ну вот, и не будет. Нет, а если на 300 хотя бы? Давайте попробуем сделать. Звездочку на моей челке. Раз, два, три. Вот, держим. Она прям хорошо греет, так греет, да? Я аж это, бровью чувствую тепло. Да не прижимай. К брови. Да. Сама выбрала челку. Ну, челку не жалко, потому что я ее не люблю. Но это как бы если лицо твое. Да, если ты будешь ее отстригать все время, она будет у тебя вечно. Раз, два, три. Ой, правда, звездочка. Прикол. Слушай, ты еще как... блонд, это так подходит. Ты как Барби. Вообще. А давайте еще одну только теперь на концах. И выпуклую. Это вот сейчас. Чувствую, Ксюше так понравилось, что она сделает. Вообще, все божество со звездочками. Сейчас, ну сколько мы ждали? Секунд 20, да? Да, да, да. Так, ну давайте пока поговорим о важном. Кто купил нам такие... Слушайте, а тут много прибамбасов для волос. Тут это все красивое. Кто-то считает нас некрасивыми? О, ну... Может, наоборот, нам хотели сделать приятное? Мы же все девочки. Нет, они хотели, чтобы мы сожгли себе волосы и глаз. Раз, два, три. Офигеть! Вау! Вот это да! Это ты правильной стороной, значит, видимо, держала. Да. Жесть, она такая прям ярко выражена. Это как формочка. Да, реально. Для печенья. Да. Реально очень круто выглядит. Я поменяла насадки на сердечко и хочу тоже себе выпуклую красоту. Сейчас буду держать очень сильно, чтобы у меня она сделалась. Я тоже хочу такую штуку. Раз, два, три. Ой, что-то оно маленькое. А может надо все-таки делать не на такой густоте волос, а чуть-чуть, как Ксюша взяла. И прям посильнее прижми. Да. Прям как будто как печенье. Давай, давай, давай. Как будто плавится маршмеллоу. Давай. Давай, ну смотри, 15 секунд, допустим, ждем. Раз, два, три, четыре. Мы считали дырки в сыре. Раз, два, три, четыре. Я не знаю, что там дальше. Аня без волос осталась. О, есть. Это разбитое сердечко. Не, в смысле, разбитое. Разбитое не сердечко. Надо. Почему разбитое? Так, не надо. Не, все, вот смотри, всего. Нормально. Все но, хорошо. Если ну, ты бы зачем я еще... это сделала? Вот если бы я сердечко. Если бы я еще чуть-чуть подольше подержала, у меня бы прожглась дырка. А у меня Патрик. Кстати, держится достаточно неплохо. Да, но я стараюсь эту штуку не трогать, потому что, ну, если я ее прочешу, оно уйдет. А мне нравится. Кстати. Прикольно выглядит, да. Не знаю, кто нам это отправил, но я считаю, что мы плойки поставим лайк. Да. Да. Это прикольная штука. О, и волосы. Она тоже сожгла. Да. Следующая коробка. Ага. Я теперь баран. Она тяжелая. Да? Что? Тихо. Что-то тяжелое пошло. Тут две коробки. Давай, давай, поставки. Да, вот раз. И еще одна. Ты готов сюда? Да. Раз, два, три. Мальчики. Это тебе? О, это мне? Это нам. Первое, что я здесь вижу, это... Черный пакетик. Да, набор косметических вакуумных баночек. Давайте посмотрим, что это такое. Я не очень представляю. Тут несколько разных вариаций нарисовано на картинке. И что внутри? Еще пакетик. Еще один пакетик. И еще какие-то тут пипочки всякие. Ну, вот эта вот штука. Это очищающая. Это щеточка. Это щеточка для очищения. Так.
А вот это уже само приспособление, оно безумно странно выглядит. Это матрешка? Я не знаю, ну вот зачем это? Это знаешь что? Это вот, это цилиндр. Цилиндр для мыши. Так, это банки. Это, короче, банки для лица и шеи. А вот эти, вот это и вот. Мое почтение. Банку надо вводить по лицу, чтобы у тебя оно было гладкое, ровное и шелковистое. То есть это поможет похудеть? Оно не прилипает. Я не знаю, это поможет подтянуть овал лица и быть вечно молодой. И целлюлит разгладить. Мне надо. О, да, подождите, а как попробовать так, чтобы не всем показать его? Добрый день. Ну вот, допустим. Смотри, наоборот, как в Египте так делали. Ты фараон? Да, вот. Так, подождите, ну давайте попробуем это на руке. Это слишком большая, видимо. О, у меня еще больше морщин появляется. А у меня начинает болеть. Ну, а ну-ка, стоп! Так, сейчас, подожди. Тут что-то есть? Красненькое пятнышко. Отлично, хорошо, что красненькое. А такие штуки... Ты думала, синяк будет, да? А-а-а, смотри, какая она хитрая. А, ну это для губ. Хочет губы накачать. Тебе нужно побольше, подожди. Для губ тебе нужно попозже. Или вот, еще больше. Ага, нет. Это слишком большой. Ксюш, подожди. Давай, чтобы без синяков. Просто мы уже такое пробовали, и там прям синяки. Если губы реально надуются... Губы, все, хватит, снимай. Ну мы сейчас будем синие губы иметь. Бесплатная процедура. Ужасно. Попробуй на щеке. Будет молодая щека. Молодая. О, это можно кому-то в глаз воткнуть. Нифига, оно оттягивается. Я вообще, смотри, за это красота требует. А, я как снять-то, подожди. Давай, тяни. Тянем, покажи. О, боже мой. Что там? Больше так не делай. Так, дайте мне, пожалуйста, зеркало. Нет, тебе лучше этого не видеть. Нет, там как бы не критично. То есть у меня теперь сразу... Подожди. Ай, у меня столько кожи. Я же не такая дряблая на лице в самом-то деле. Ну это прикольно. Блин, знаете, ну давай вот здесь вот попробуем. Шеи надо. О, как она присасывается. У меня вообще нету кожи. Так, ну тебе взяли манту. Большая слишком. Так. Раз, два, три. Он уже оставляет. Короче, это массажные банки, которые, ну, по сути, свои, на самом деле, травмоопасные. Да, вот сразу прям одна какая-то штука остается. Каролина, ты недолго с ней сидишь? Да всего лишь минут пять. Ну, давай посмотрим, что там. Я не буду. Что? Снимай. Ничего же страшного не должно случиться. Ну, вообще-то нужно ее возить. Да. Так, в принципе, ну, давай посмотрим. Раз, два, три. Это что? Это фиолетовый синяк. А, болит. Это черт. Лопнувшие капилляры, которые лопнули от вакуума. Какой кошмар. Когда это пройдет? Ну, не пройдет ли вообще? Короче, закатай вот так вот. О, кошмар какой. Да, как хорошо, что... Всего хорошо, 5 минут. Не сравнится с твоим глазом. Ты, давай подожди. Как это убрать? Хорошо, что не на лице. Жесть, он еще и с синим отливом. Так, ну, у меня здесь еще одна посылка, которая была в этой коробке. И я уже боюсь. Нет, там на самом... Я уже посмотрела, и там ржака на самом деле. Да? Да, нам всем понравится. Давай. Вот ваши ставки. Ну, что это такое? Ну, тоже наверняка какая-то бьюти-штучка, да? Ну чаще всего нам это и попадается. Глазу волосы не выпали, снизу. Скажу вам так, было. Тут крыса. Что? А при чем тут бьюти? Тут крыса. Живая крыса? Каким местом мы бьютить будем? Тут просто крыса. Похоже на ободок. Ободок Рататуй. Ну, а чем знаменит Рататуй? Тем, что у тебя на башке, у тебя на башке сидит крыса и управляет твоими волосами. Ой, как прикольно. Смотрите, у него на руках, короче, вот эти вот штуки, заколки. Сейчас, где вторая лапа? Вот. Раз. Блин, это очень мило. Ой, класс. Ой, он вырвался. А ты барашек. Тебе нужен теперь колпак. Как вкусно мы сейчас покушаем. Рататуй нам сейчас что-то приготовит. Это точно, точно. Он управляет? Близко. Управляет? Подождите, подождите. Как зовут крысу? Реми. Правильно, не Рататуй. А я даже не вижу, как это блюдо. Рататуй это блюдо, да. Почему-то все говорят, что крысу зовут Рататуй. Нет, крысу зовут Реми. Это замечательный аттракцион. Я беру следующую коробочку. Мне кажется, с этим ободочком ей врубили французские песни. Я уже ударилась. Так. Одна большущая коробка. Сейчас я тоже ее как ее. О, какая она огромная. Ой. И вот еще какая-то штука. Так, ой. Давай. Вот это да. Это все Реми, это не я. Это что такое там? Это тапок. Нам прислали тапок. Это какие-то Simple, Simple Slippers. Simple Dimple. Simple Poppet Squish. Poppet Squish. Это что за щетки? Ладные тяги. А почему одна? Офигеть. Я знаю, что это такое.
А почему одна тапка? Ты посмотри, я знаю, что это такое. Я в детстве очень хотела такую штуку, потому что я смотрела, типа, каналы, где продают всякую ересь, и там продавали вот такую штуку. Это, короче, специальная тапка так. для того, чтобы мыть ноги. А, то есть просто так помыть ноги подожди. Нельзя? Ну, тут смотри, тут она у тебя стоит внизу, прикреплена на вот эти присоски. Я уже готова. Ты поливаешь. Смотри, и здесь даже... Вот это гибкость! И вот смотри, ну и ты туда-сюда водишь, как бы поливаешь себя гелем для душа. Демонстрация. О, а как приятно. А видишь, ты смотри, тут еще для пятки. Ты фига, ты уже отполировала себе полпятки. Ни хрена себе. Рабочая штука. Вот, и да, и вы так как бы... Классно чешет. Происходит полировка пяток. Мне кажется, тут воды и мыла не хватает. Да, вода, мыло у тебя сразу без них нормально, я вам скажу. Слушай, как понять, левая она или правая тапка? А мне кажется, она безразмерная тапка. Уникальная, да. Здесь еще есть штука. Правда? Да. Вторая посылка какая-то в пленке. Вот, ну давай. Сойдет ли она эту тапку? Тапка. Нет, тапка это вообще моя любовь. Тапка вообще классная. Почему там кулак на этой штуке? Да, это уже... Кто-то хочет драться. Драть, да, подводит. Каролина уже подралась. Каролина. Судя по синяку. Вообще жесть. Просто он даже... Это был односторонний бой. Проигрышный. Опа, мы открыли, и что это такое? Это сейчас будет махач. Оу, вау. Это сейчас будет махач, подождите. Подождите, подождите. Опа, тогда открыть. Вы подеретесь без нее. Прикольно. Как в мультиках! Тихо. А ты реально как в мультиках, подожди, да, я буду мстить. Не трогай Реми! Пью. Посмотри, она в разные стороны просто бьет. А подожди, подожди, аккуратно так. Давай тебе. Нет, только... Извините, я не рассчитала расстояние. Отвернись. Ай, Аня, блин! О, прикольно. О, защита. Это сначала больно по полу. Что тебе в нос? Не надо в нос. Подожди, она уже даже сломалась от ваших ударов. Это же ты. Ты слишком твердая. Девочки, предлагаю устроить челлендж. Кто выдержит пробитие? Серьезно сейчас? Да, давай. Какое пробитие? Куда? Ну, в лоб. В лоб? В лоб? Давай хотя бы в щеку. Ты первая. Ну, давайте. Щека или лоб? Щека. Щека. Давай щека. Щека на щеку. О, ты аж надула. Только не в глаз, пожалуйста, глаз уже пострадал. Несложно прицелиться, на самом деле. Она то не права, она нестабильна. Давай. Готова? Ты дернулась. Ай, дай я тебе. Ой-ой-ой-ой. Раз. Зубы не выбей, пожалуйста. Ладно, они дорогие. Да. Блин, это реально больно. Косточку, когда попадает, прям так нормально. Несмотря, что ты игрушка. Как-то не сильно было. А ей потому, что я говорю, она слишком твердая. Терпит. Она привыкла просто с детства. Ой, это в ухо, простите. А что, я три... А почему Ксюша три раза? Я уже три раза. А еще я Ксюша никому вообще не ударила. Она не сопротивляется. Я целюсь, и мне нравится. Мне нравится. Я оттачиваю мастерство. Давай на Саше попробуем. Опа, Саня. Давай. Саня. Ну еще бы там... Слушайте, мне по лицу надавали. Вообще как бы... Ну ладно, у тебя снега нету. Ну да. Ну если что, волоси. Спасу. О, подожди. Щека покраснела. Это не я. Это кто-то за меня. Возможно, три раза ударила. Раз, два, три. Мы опять играем в любимых. Так, что мы тут имеем? Только день. Так. О, это тоже какая-то музыкальная. Так, давайте, смотрите, здесь есть побольше, а есть поменьше. Какой? Давай мне побольше. Вот это тебе побольше. А, зачем я так сказала? Не знаю. Каролина. Естественно. И раз, два, три. Так, ну что, начинаем. Давай с моей. Это какая-то штука с огурками. Огурки! Отлично, все, что связано с огурками, я буду. Что такое? Огурков нет. Это выглядит как песочный чистот, чей-то волос. Это какой-то брюнет его нам упаковывал. Погоди, а что, хейтер наш брюнет? А почему это хейтер? Ну, я думаю, да. Кто еще может нам такую чушь прислать? Я что-то тут делаю, подожди. Ну, давай, открывай. Ты или ногти свои сломаешь, или вот это. Ну, скорее всего, ногти, да? Это же штучка, чтобы огурчики отделить от рассола. Ань, видишь, хейтер заботится о нас. Или оливочки отделить от рассола. А что, давайте что-нибудь сюда зальем? Ну, давайте, вот у меня, как всегда, есть все. Маслины. Одобряю, я обожаю маслины. Сейчас поем. Так, подождите, в какую дырочку нужно залить, чтобы это все отделить? Наверное, вот сюда. А все вылится сюда. Все вылится сюда. О, прикольно. Мы сначала должны открыть, точнее, сделать. Пробить ее. Да. Прикольно. Так, теперь можно.
Подождите. Что она делает? Я тоже это вкусно! Это вкус. Вы не представляете, как это вкусно. Вот так приходишь на Новый год, делаешь. Из одного поколения, потому что я просто их ела. У меня новый маникюр. О, Ксюш, у тебя черный. Наконец-то. У тебя наполовину, кстати, прикольно, как будто помидорка. Так, ну с вашими маникюрами мы поняли. Сейчас, подожди, там нужно ее еще плотно закрыть. Смотри. Да, я уже. Подождите, а мы не поедим, да? Нет, ну ты свои ногти съела. Все, 4 пальчика. Хорошо, а как теперь пролить ее? Сейчас все съесть, а потом пролить. Так, внимание. Нет, чтобы хранить. Ты же не съешь всю банку. В смысле, не съешь всю банку? Это несложно. Ну все, вот так хранишь. Вот так хранишь, а если ты хочешь поесть, ты ее переворачиваешь. Все сливается. Офигеть, это удобно. Это же проблема все время. Да, кстати. Что, идеально. Ну что, в принципе, да, везде, где... Может, все-таки не хейтер прислал? Может, да, что-то как, какой-то, да, заботливый. Очень вкусно. Ну, хотя мы это узнаем через полчасика. Почему? Когда переварятся оливки. Вдруг они тухлые. Или отравленные. Не, подожди, это Жанина. А вдруг тут что-то было? Едим, я вас послушала опять. Я не понял, она выплюнула туда оливку? Она выпила рассол. Нет, это даже для меня перебор. У нас была еще вторая коробочка. Так, это что-то такое. Это тут нарисованные яйца. Ну, какое-то приспособление для, может быть, варки. Экшел, что-то такое. Да, яиц очень много приспособлений. Ну, тут желтенькая штучка. Это выглядит как поилка для хомяков. О, у тебя вон крыс. У меня не... Подождите, это что? Почему здесь шнурок? Так, смотрите. Сюда кладется яйцо. Так. После того, как мы положили сюда яйцо, мы закрываем крышечкой, обратно засовываем. Лучше, на самом деле, закрыть, как я понимаю. Ага. Вдруг что-то пойдет не так, и делаем вот так, он крутится, и вот здесь где-то должно оказаться желток, а потом белок останется внутри. Нет, это другая тема. Подожди, это вот это. Я поняла, что это такое. Это тема, которая перемешивает желток с белком внутри яйца. Что? Да, смотри, дай сюда. Смотри. Вот здесь на упаковке одно сплошное желтое яйцо нарисовано. Оно типа перемешивает белок с желтком внутри. Так, значит, ты не можешь... Кому это надо? Я не знаю, оно такое существует. Сейчас, pick fresh egg, Put egg in container, close, okay. Pull the string and the let spin pull you back a few times like a yo-yo. И потом simply hard boil, soft boil the egg. Все поняли, что значит? Да, давай ты сразу с переводом будешь читать. Короче, ну вот ты правильно показала, нужно вот эту штуку, яйцо сюда положить, раскрутить эту штуку, и из-за центробежной силы оно внутри, короче, перемешается. Так, нам нужно яйцо. Вот оно. Откуда у тебя яйцо? Это все рататуй. Я не буду спрашивать. Ты всегда носишь с собой яйцо? Да. Выносила. Отлично. Ну, подожди, а мне кажется, эта штука, короче, знаешь, чтобы яйцо нормально держалось. Чтобы оно вокруг яйца. Чтобы оно, короче, вот так вот хоба, ты его кладешь. А это больше или они одинаковые? А мне кажется, они одинаковые. И вот так вот хоба, все, и оно типа как будто бы нормально держится. Слушайте, у нас сейчас... Нет, это не так работает. Не так работает. Не закрывается. Подожди, у нас может быть яйцо слишком большое. Ну, давай вот эту. Ну, треснет и треснет. Ксюша еще одну вынесет. Ну, кудахни. Кудахни еще раз. Так, все, веревочка здесь. Раз, два, три. Это все? А она не должна накручиваться обратно? Нет, это надо вот так ее крутить. Это как-то неудобно. Да, это неудобно. Ну, ее надо вот так крутить. И еще раз перемешать яйцо. Жесть. Вернем в обратную оболочку. Да. Я не понимаю, правда, зачем эта штука. Но... она может чтобы быть держать, да, в смысле. Угу. Раз, подожди. Мы не попали тут. Да. У нас же сейчас все выпадет. Какая-то эта штука явно не для упрощения жизни. Раз, два, три. Ё-моё. А вот, смотри. Это карусель для яиц. Она накручивается обратно. Это карусель для яиц. Замечательно. А как мы поймем, смешалось оно внутри или нет? Ну, там написано few times. Мне кажется, штук, ну, типа, минут 5. Что, если бы у Ксюхи был мотоцикл? А бензопила? Ты как лягушонок. Ну, все, хватит уже. Давай, я вошла во вкус. Оно так сваривается самостоятельно или что? Нет, оно перемешивается там внутри. Давай. Мне рука устала. Все, поехали. Опа, это все. Это в детстве была игрушка, ела. Крышка. Все нормально. Главное, уверена. Я все же не могу понять, зачем вот эта дырка. А фиг его знает. Ну что, давайте сварим. Давайте, кипите, давайте, кто-нибудь набирайте воду, я пока еще это. Я хочу, чтобы оно перемешало. Я хочу, чтобы у нас получилось народное яйцо. Я не знаю, зачем оно мне надо, но оно мне надо. Ну что, попробуем это яйцо сварить. Так, если я его открою, еще не уроню. Осторожно. Опускаем его прямо. Уи! Сюда.
Оно должно свариться. Ну что, пока яйцо варится, давайте следующее открывать. Давай. Я достаю. Давай. Здесь внутри. Коробка в коробке. Как так. Обычно. Коробка в коробке. Моя очередь. И здесь. Вот видите, я же говорила, это хейтер прислал нам мертвого попугая. Ань, это не мертвый попугай. А какой? Игрушечный. В смысле? Ну смотри, это игрушка, это попуг. А че он такой правдоподобный? Ну классный попуг. Нет, ну классный, никто не спорит. А он не слишком большой для попуга? Ну, как будто бы, да, он размером с куропатку, но такие, это волнистый вроде попугай. Кстати, они еще голубенькие бывают. Попуг, и смотри, у него еще даже вот такая вот штучка есть, и он может быть вот так. Прикинь, летающий. В машине такое вот хоба, перед зеркалом такой. Я думаю, когда няня получит своего попугая, она будет очень довольна. Подожди, а когда Аня получит своего попугая? На 7 миллионов подписчиков. Угу, вот когда правильно. 7 миллионов подписчиков стукнет, мы подарим нянин попугайчика. Вот такого. Кстати, голосуйте, зелененький он будет или голубенький? А может быть серенький? Серенькие бывают. А розовые существуют? Я не знаю, я только синих и зеленых видела. Друзья, Кеша идет на разгон. А пока Кеша разгоняется, я, пожалуй, давай, Кеша улетел, но обещал. Так, давайте смотреть, что у нас здесь. Коробка в коробке. Вау, как неожиданно. Раз, два, три. Могла подождать, пока руки уберу. Нет. Девочки. Это маркеры. Они необычные. Посмотрите, какие они крутые. Так, я буду рисовать розовым. Я фиолетовым. Я всеми. Опа. Вы фиолетовый. Что это такое? Это маркер. Я знаю, что это. Бумажка нужна. Короче, мой маркер пахнет персиком. Ой, я понюхаю. А тут даже нарисованы. Ну, продукты. Да, вкусы. А у меня какой-то... Что это? Это мангостин? Да, наверное. Мангустин. И мой маркер будет рисовать звездочками, цветочками. О, вот это антистресс! О, у тебя сердечки! Как круто! У меня голубикой пахнет. А у меня ванилью почему-то они пахнут. Я что-то делаю не так. Прям вертикально смотри и нажимай нормально. Оно не едет. Во-во-во. А, это пунктир у тебя. Пунктир с точкой. Это что, мы русский язык сейчас будем учить? Важно. Реально. А что можно подчеркнуть звездочками? Имя Аня. О, звездочки. Так, а что еще там? Это все? Нет, вот этот. Этот пахнет апельсином. У меня авокадо. Как пахнет авокадо? У меня клубника. О, пунктирная линия. Вот где эта штука была, когда я училась в школе? А у меня линейка. Реально очень полезная. Зеленая линейка. Ровная. Это сказуемое. Какое сказуемое? Это прилагательное. А, точно, сказуемо. Сказуемо просто две линии прямые. Прилагательные. Да. Надеюсь, твоя учительница русского языка не смотрит это видео. Все равно, я свое отстрелялась. Я в школе хорошо училась, а сейчас я как живешь. Это прилагательные глаголы не подчеркиваю в письмах. Кстати, зачем это вообще нужно было? Фиг его знает. Как же это красиво. Мне кажется, в детстве я бы просто офигела, если бы у меня такие карандашки появились. Подлежащее, сказуемое, что там существительное, глагол. Я сейчас просто еще это вспоминаю. Прилагательное, твое любимое. Вот это вот, знаете, это на самом деле же в геометрии очень сильно бы помогло. Ну вот, ну, пунктирная линия, там же дофига этих. Сердечками. Сердечками. Ну точно. А или это, как это? Ну что-то же. Звездочки вообще красивые. Да, смотри, вот они. Блин, очень круто. Здесь не прокрашивается. Дай. А, ну да, у тебя красные ногти, красный бумажник. Опа, опа, опа. Ну что, я считаю, что эти маркеры просто невероятные. Да. Посмотрите, да, сколько здесь прикольные. Много узорчиков можно нарисовать. Это просто улет. Мне я в восторге. Мне больше понравился пунктир. Пунктир? Да. Мне понравились звездочки, они такие четкие, яркие. А мне линейка. Зелененькая. А. Волна? Да, волнистая, да. Прилагательная. Так, да. Каролина, да. Давай, следующее. Тяжелое, что ли? О, ну, есть такое. У нас тут коробка в коробке, еще коробка в коробке. Смотрите, что тут? А подожди, тут еще кое-что ты не достала. Неужели это что-то съедобное? Ну-ка, убирайте коробку. Каролина, давай, давай, как учила. Все, отлично. Как будто суперсила. Так, ну, так у давай меня вот так вот. Раз. О, выезжают эти бомбочки. Это шоколадные бомбочки с маршмеллоу. Ух ты, какие они классные. О, офигеть, в одной упаковочке одна, типа, один шарик получается. Ты не надо, а то сейчас это упадут и разобьются. А почему фиолетовая и голубая, чем отличие? Может, в шоколаде. Разный шоколад. Один и тот же. Ну, просто я розовый, естественно, беру. Я возьму голубой. А ты? Оба. Мне кажется, Каролина заберет все, потому что кто она? У нас главная сладкоежка. Будем
будем показывать. Мы сегодня без сладкого. Тут наконец-то что-то съедобное. Так, пока у нас греется наше молоко, у нас приготовилось яйцо. Так, будет оно желтым или нет, как вы думаете? Не знаю, я на это надеюсь. А вдруг там попугай? Нет, 50 яйцо раз. Яйцо попугая. Оно желтое! Оно желтое! Оно желтое полностью! Оно желтое! Вот это ты вертела, крутила. А, вертела, крутила туда-сюда. Нет, а главное, нет, подожди, оно все желтое. И там нет желтка, типа, внутри. Горячо, горячо, горяченькое. А давайте его разрежем. Мне очень интересно, посмотри, какой он будет. Если Коля такое сделает, он, наверное, будет вообще в шоках. Ну, конечно. Слушай, тут все в шоках. Он, между прочим, любит больше всего желточек. Мне кажется, это самое восхитительное, что мы видели. Это полностью яйцо состоит из желтка. Да нет, оно перемешано. Да, это вареный омлет. Омлет, да, точно. Точно. Из молока. Да, блин. Это скрэмбл. Он очень горячий. Скрэмбл мэмбл. Яйцо с желтухой. Я такого не видела никогда. Слушай, у тебя есть ногти. Ногтями выковыривай. Выковыривай, и тебе боли не будет. Ну, все равно, как бы, держать-то надо. Я не хочу его проткнуть. Горячо. Как ты не понял. Зато у нас тут опера. Опа, да. Оп-оп-оп-оп-оп. Так-так-так-так. Опа. Просто желтое яйцо. Золотое яйцо. Золотое, точно. Золотая ряба, золотая. Золотая ряба. Получается, золотая курица снесла у нас яйцо. Оньк, оньк. Оньк, оньк. Ну, а теперь. А давайте тест. Это же оно же будет другое на вкус. Ну, типа, прикиньте. Нет, подожди, сначала посмотрите серединку. Что внутри. Надо сделать рейс. Рейс-рейс. Шик-шик, сейчас тут еще пленочка. Так. Вот ниндзя, давай. Так, ногтями, что ли? Нет. Ну, ладно, сейчас я нужна. Дай нож. Так, оно такое странное на этот, на ощупь. Да? Да. И ощупь поменялся. Ну, оно такое резиновое. Ну, давай. Оно будет прыгать? О, да, реально резиновое. Офигеть! Вообще ничего белого. Оно полностью золотое. Я такое вижу первый я раз. Я видела в интернете, но я думала, что такого невозможно добиться. Похоже на масло. Круто. Да? Да. Ну-ка, резани крузюк. Крузюк. Это же как будто бы воск. Вообще. Посмотрите на это. Куда делся желточек? Давайте попробуем. Давайте, чинь-чинь. 3, 2, 1. Как на вкус? Как белок. Как белок. Ну, странное ощущение. Консистенция белка. Ну, ты ждешь желток, а его нет. Вкус желтка. Кстати, вкус желтка. Да. В конце вкус желтка. Интересно, как это так? Ну, все перемешалось. Это вообще-то мой кусь был. Ну, кусай. Ну, это, наверное, для тех, кто не любит желток. Да. А, как вот он, что прилипает, когда ты его кушаешь. Часто... Да, такое чувство, что ты ешь сначала белок, а потом... Да, потом желток. Желток. Есть блин, вкус. Очень прикольно вообще. Перед нами три кружки горяченного молока и шоколадные шарики. И мы распаковываем. Ой, эти шарики, они как киндер-сюрприз. Так, и что? Какой киндер? Серьезно, киндер? Раз, два, три, кидаем? Да, давай, давай. Алина, давай. Погодите, по очереди. Давай, раз. Опа. Буль. Бульк. Бульк. Стоп. Так, ну и ждем, пока оно не раскрывается. Мне все же интересно, они отличаются вкусами или нет? А мне кажется, нет. Мне кажется, просто что-то они как будто все одинаковые. Ну, может быть, внутри там какие-то пупырки разного цвета. А, кстати, да, можно. Оно не тонет, вообще не тонет. Ну, да, там воздух. Ну, сейчас, подождите, ну что вы мешаете? Я хочу мы уже помогаем, попробовать. Мы помогаем раствориться. Я по чуть-чуть шкафью. Ты не можешь удержаться. Конечно. Вы... Я родился! Я родился! Там внутри еще и какао. А у меня? У меня тоже что-то происходит, так. Ребята, снизу. Вы пока смотрите, я за это за ложкой себе возьму. Эй, давай, дружочек. Мой быстрее раскрылся, чем твой. Потому что вы их теребите, а я вот сохраню его. Че, Ксюшин, быстрее всех выбрала. Давай. О, смотри, у тебя уже пошел. Пошел процесс. Вау. И у меня пошел. А вот я вот так вот сделаю. Туда внутрь молочко залью. О, как круто. Вообще. Прикиньте, если в нашем детстве такие штуки были. Ой, не, у меня уже все это... Не совсем он растворился. У меня уже все растворилось. А я хочу шоколад. Прям тает во рту эта зефирка. Очень вкусно. Очень вкусный шоколад. Горячо. Я говорю, я специально сделала очень-очень горячее молоко. Блин, зимой такая штука, мне кажется, вообще незаменимая. Я не отлипаю от ложки шоколад. Вообще никак. Потому что сладкоежка. Короче, внутри получилось просто шоколадное молоко. Вы посмотрите, этот шоколад, он тает. И получается шоколадное-пришоколадное молочко. А ты шоколад с маршмеллоу попробуй. А, это маршмеллоу уже все съела. Ну, на, попробуй. Это очень вкусно. Нет, ты возьми свой шоколад, маршмеллоу и теперь пробуй. И
идеально. А еще в этой коробке была вот такая баночка. Мозги. Мармеладные мозги. Мозги. Тут написано вкусные мармеладки. А тут написано мармеладные мозги. И они в форме мозгов. Мозги. Ну, отлично, мозги это всегда вкусно. О, они такого цвета прикольного. Там внутри желешка вкусная. О, это жидкость из мозгов. Да, она вкусная. Мы как зомби. Ксюш, съешь еще одну. Тебя просто не хватает. Чтобы больше было. Смотрите. Это что? Откуда там бумага? Это не мозги. Это не мозги. Ну-ка, открывай. Это тут записка, я боюсь. Ну и что? Ну, не в каждой же упаковке мармеладки. Ты ее в руках уже держишь. Подождите, это кажется от того, кто нам это прислал. Теперь я боюсь, положи на место. Так. Надеюсь, вам понравились мои посылки. Не забудьте про обещанного попуга. Хейтер зачеркнуто. Погодите, это прислал все хейтер? А вдруг это отравлено? А вдруг эти шары были отравлены? А если все было отравлено? А мои волосы, они выпадут. Мои тоже. Подождите, ну не может же это быть все просто так. Тут что-то еще. Шутка. Няня. Это посылки от няни. Смешная шутка. Няня, вы нас доведете? Ага. Мы, конечно, сами знаем, что мы, не фонтан, но... Ну не так же издеваться над нами! Жесть. Но посылки были классными. Посылки были классными. На самом деле, там все достаточно нужное. Да. И реально классное. Ну а вам, ребята, как сегодняшнее видео? Понравилось или нет? Скорее пишите комментарии. А еще не забывайте подписываться на наш канал. И на все наши соцсети. Также не забывайте про наш мерч. Ссылку я оставлю в описании. Всех обнимаем и любим! Ставь лайк и подпишись на наш канал!